исполнители из разных городов. Многие проехали не близкий путь. Вот, например, Сергей Суворов из города Санкт-Петербург. Я уже здесь не первый раз и действительно приезжаешь сюда как к себе домой. Очень тепло. А чем хороши концерты авторской, бардовской песни? Тем, что это все-таки разговор, и мы выходим сюда не столько какое-то шоу показать, сколько с вами поговорить. И когда я там был за сценой, я думал, что же можно в две песни вложить и какие из них спеть. Ну, зная как бы сотни гениальных бардовских песен, тяжело выбрать всегда две из этих нескольких сотен. Еще тяжелее выбрать из нескольких десятков своих, еще более гениальных. Вот. И поэтому, когда на сцене находишься, меняется все время постоянно, хочется и это, и это, и это. И я буквально 5 минут назад понял, что же я хочу сегодня, чем хочу поделиться. Я вспомнил себя в 10 лет. Наверное, я оказался себе очень взрослым. Вот. Но тем не менее, кроме даже в свои 10 лет, у меня есть такие смутные воспоминания, что родители слушали уже и Кукина, и Клячкина, и Высоцкого, и Висбора. Но я хочу вспомнить еще разряд, что кроме как бы собственных и хороших чужих бардовских песен, есть просто еще хорошие песни, которые мы все любим, а так как я всегда с сочувствием отношусь к публике, которая несколько часов сидит на большом концерте. Я думаю, что можно что-то такое известное, чтобы немножко голова отдохнула, а может быть даже и подпеть. Лисья песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Буря, ветер, ураганы, ты не страшен, океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Нашей гавани домой, и с победой возвращались к нашей гавани домой. Лиси песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Поделиться, уж коль у нас такое теплое, это самое, немножко своим личным. Только, естественно, это с долей шуткой надо воспринимать, потому что когда вот это в 10 лет, я помню, родители пели, собираясь за столом на дни рождения. Вот. А когда мы в 30 лет вспоминали вот эти советские песни, там, ну, спустя 20-30 лет вспоминали эти песни, нам в этой песне очень нравилась вот эта строчка насчет «посылает наша страна». У нас страна и в советские времена, и сейчас иногда. Вот. А вторая песня
Для меня открытие, и это я хочу поделиться с вами, не знаю, получится сейчас или нет, я практически ее первый раз сейчас попробую исполнить, тоже известная песня, тоже из разряда как бы эстрадных песен. Я как бы у меня были некоторые такие задачи, надо было Рубцова посмотреть, я вспомнил вот эту песню, очень известную песню на стихи Рубцова, на музыку Морозова «Горница». Переслушал массу вариантов, почему-то поют исключительно женщины, и очень часто я заметил, они пропускают второй куплет. И песня приобретает какой-то, не потому что они плохо поют, они обалденно поют, и я знаю, я думаю, я не единственный, кто очень любит эту песню. Она действительно очень музыкальная, очень красивая, когда красивыми женскими голосами поется. Но как я понял по прочтению этого стихотворения, я понял, что песня-то немножко не о том, о чем они обычно поют. И представив себе вот это стихотворение, я понял, что, во-первых, оно от мужского лица, а во-вторых, это текст взрослого человека, когда, наверное, уже и матушки реально нет, да и горницы, наверное, тоже. Моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, мочи принесет воды. Матушка возьмет ведро, мочи принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро гниет совсем. Ночной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Буду до ночной
Поэтому я вынуждена была на себя такой строгий вид напустить.